В Одинцовском округе проживают более 351 тысячи человек. Это те, кто официально зарегистрирован в муниципалитете. Фактически жителей больше. На учете у онколога состоят свыше 10 тысяч пациентов. Медики констатируют, больных раком становится больше. Но не потому, что болеть стали чаще. Современные средства диагностики позволяют точнее поставить диагноз. В Одинцовской областной больнице онкологические больные могут получить любой вид помощи, кроме лучевой терапии. Мы можем обеспечить нашим пациентам, которые уже имеют онкологический диагноз, проведение специального лечения, лекарственной, то есть это лекарственная терапия, которая входит сюда, таргетная терапия, иммунотерапия, химиотерапия. Эти пациенты могут получить эту помощь на современном уровне. Онкоурология в реальной клинической практике – тема научно-практической конференции, которую организовала Одинцовская областная больница. В зале руководители подразделений областных медучреждений и практикующие онкологи. Здесь мы постарались создать программу таким образом, чтобы можно было скомпилировать как опыт хирургов, иммуноонкологов и практикующих врачей, которые на местах. Все это создается для того, чтобы максимально дать информацию о возможном широком ландшафте лекарственных возможностей, которые есть на данный момент у нас сейчас, для того, чтобы максимально качественно оказывать помощь нашим онкологическим пациентам и сохранить их жизнь и качество жизни. На базе поликлиники номер один в Одинцово создан центр амбулаторной онкологической помощи. Его задача – оказание высококвалифицированной помощи пациентам и раннее выявление онкологических заболеваний. Для этого у медучреждения есть все необходимое. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».